Депутатам будет, конечно же, сложно принять решение, потому что депутаты, одномандатники отвечают за свой округ, они на стороне интересов жителей этого округа. Понятно, что уличная дорожная сеть в городе Назарово крайне изношена, и поэтому можно спокойно отстаивать любую из улиц нашего города, что она не требует немедленного ремонта. Но еще понятно, что депутатская комиссия, которая будет рассматривать этот вопрос, будет рекомендовать главе города рассмотреть предложенный список, перечень ремонта дорог в первоочередном порядке на 2022 год. Понятно, что уже решение и подача заявки на дальнейшие работы, это будет ответственность уже УГХ. Ну и важно то, что уже многое сделано. По сути дела, депутатская комиссия это будет еще одной точкой обсуждения. И, как я уже сказала, будет носить рекомендательный характер.